На территории школы номер 9 состоялось празднование Масленицы, проводы зимы и встреча весны. На праздник пришли жители микрорайона ТОС «Радуга». В этом году в программе было театрализованное представление, а также игры и забавы. Скоморохи устраивали пляски и спортивные состязания, перетягивание каната, бег в мешках, бросание кольца и многое другое. Дети и взрослые от души веселились, водили хороводы, пели песни. Каждый участник праздника попробовал вкусные блины, испеченные поварами школы номер 9.